Ух ты, кого вижу-то? Это охотник. Давайте выбираем ружье. Так. Держи. Отлично. Вот так тебе. Труп, труп. И второй там ходит. О, их там двое. Вот это жесть. Ну я надеюсь, они не перепрыгнут ко мне. Да, и труба такая похожа. Помните, да? Во второй части. В канализации. Только здесь еще эти букашки ползали. Ну, лизунчик. Ну, лизуна можно и убить с пистолета, в принципе. Где у нас берета АБ? Взять. Так, может, друзья, зеленую траву сожрем? Ха, интересно. Настолько были ранены, что даже одна зеленая трава не подействовала. Ну ладно. Всяко получше. Так, перезарядились. Прыгай. Ух ты, их двое. Ребята. Ну ладно. Рещи. Готов. Так, а второй у нас наверху. И как тебя прикончить? О. Оп. Ну, наверное, в игре, я так предполагаю, пока что на данный момент самый опасный это охотник. Вот. И собаки. Наверное, самый сложный это собаки. Ну давай ты спускайся-то, но хватит уже ползать там поверху. Засранец, а? О! Так, я хочу тебя прикончить, а ты все. Блин, наверх опять свалил. О! Все отлично, отлично. Маленький секундчик. Оп. Тут уже серьезно. Так, где там ружье наше? Держи, так. Второй бежит. Готов. А, причем двое. Здорово. Вот, в принципе, если не подпускать охотников близко к себе, то, в принципе, они не такие уж и страшные. Красная травушка, можно сейчас смешать будет сразу.
Давайте смешаем сразу. Зеленое. Где там красное? Умри, Винсент. Че это сейчас было? Нас кто-то закрыл. Кстати, заметили, да? Дробовик не перезаряжается автоматически, когда мы заходим в локацию. Вот этого не хватало нам. Один босс из второй части. Помните, да? Тоже в канализации был. Да ладно, их двое. Так, как-нибудь, я не знаю. Чтоб тебя, я не... Как это делать? Опасно. Тихо. Как их оббежать-то? Так, давайте используем смесь трав. Так, ну или ружье, я не знаю. Ружье-то неохота тратить. Давайте попробуем ружье. Сразу перезарядим. Готов, да? Отлично, один готов. Надо было сразу ружье выбирать. Давай. Перезаряжай быстрее. Ну что ты, дохни. Все. Да. Во второй части было это все проще. Блин, все патроны истратили с дробовика. С ружья, точнее. Ну что делать, если они не дохнут нифига. Да, такие громадины. Жесть. Так, сюда мы не можем, да, спуститься. Амбрелла. Так вот, кем контролируется город? Что со мной происходит?